«Сорока, ворона и красный петух» – долгожданная премьера новой коллекции эксклюзивной куклы Ольги Бакановой показала удивительных персонажей. Сбитенщик, кукольник, скоморохи, цыганка и другие, которых легко представить себе на ярмарочной площади такого города, как Самара. Для меня кукла – это не существо, это скорее манекен для создания костюма. Вот я очень люблю работать над костюмом, создавать образ из костюма. А кукла для меня просто манекен. Правда, приходится иногда за счет движения, за счет линии, динамики создавать какой-то образ динамичный. Каждое лето в стенах особняка Клотта открывается традиционная выставка исторической костюмной куклы, созданной в мастерской художницы Ольги Бакановой. В нее вошло 13 кукол, созданных по мотивам русских народных праздников, обряды и обычаи которых дошли до наших дней с языческих времен. Каждая новая коллекция – это какой-то новый шаг. И то, что мы видим сейчас, вот этот размах русский такой, какой-то, свобода какая-то с этими всеми, как говорится, прибамбахами нашей русской, так сказать, широкой души. Вот это все в этой коллекции, в новой коллекции есть. Кроме новичков, на выставке можно увидеть уже хорошо знакомых представителей русской дворянской знати. Светские дамы первой половины XIX века в прогулочных и бальных нарядах, а также тканевые панно, которые будут особенно интересны тем, кто занимается декоративно-прикладным искусством. Экспозиция открыта для посетителей до 24 сентября. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.